Города создаются по различным причинам. Иногда это каприз властелина, иногда оборонительные причины, но чаще всего это была торговля. С самого начала возникновения человечества торговля была решающим фактором при возникновении поселений. И Гданьск был именно таким городом. Торговля и экономика повлияли на создание, взлеты и падения Гданьска. Пересечение купеческих путей и свобода товарного обмена, наплыв предприимчивого купечества из Германии и других европейских стран, а также мощная товарная база и емкий рынок, каким были земли Польши и Литвы, это основные опоры могущества Гданьска. Город этот довольно быстро превратился из провинциальной столицы в город европейский, так отличающийся от остальных городов Речи Посполитой. Гданьск находится на севере страны, на побережье Балтийского моря. Город и его история создавались жителями разных культур, поэтому здесь образовались специфический неповторимый климат и местные обычаи. Еще в римский период на территорию Гданьска прибывали купцы с юга за так называемым золотом Балтики – янтарем. Сюда добирались даже арабские торговцы. А сегодня золото Балтики можно увидеть в Гданьском музее янтаря. Эту крепость Тевтонского ордена в древности не смог взять никто. Еще бы! 4 линии оборонительных укреплений, рвы с водой, подвесные мосты, мощные стены. Могучие строения Мальборгской крепости, стены из красного кирпича, остроконечные башни, закругленные оборонительные сооружения поднимаются над равниной и отражаются в водах реки Нагат, вздымаются в синеву неба. Город несмело притулился к замку, подчеркивая массивность этой едва ли не самой большой в Европе крепости. Впрочем, замок – это и есть город, который был столицей огромного, хорошо организованного государства Тевтонского монашеского ордена, называемого также Орденом Крестоносцев. В начале XII века польский князь Кондрат Мазовецкий пригласил в свои владения рыцарей-крестоносцев с целью обращения в христианство соседствующих языческих прусских племен. Рыцари-крестоносцы, названные так за черные кресты на их белых плащах, построили сеть крепостей, выполнявших религиозные, оборонные и монастырские функции. В их своеобразной новаторской архитектуре использовались все достижения тогдашнего западноевропейского военного строительства, огромный опыт, накопленный крестоносцами в боевых походах. Несомненно, лучшим образцом такой крепости является замок в Мальборге. В конце 13-го столетия на этом месте возникла небольшая камтурия – квадратный замок-монастырь, окруженный стеной из красного кирпича. А в 1308 году в Мальборг из Венеции переместилась резиденция великого магистра и Иерусалимского немецкого дома ордена Госпициума Пресвятой Девы Марии. Мальборг стал столицей государства крестоносцев. Замок постоянно расширялся и перестраивался. К существовавшему высокому замку был пристроен средний с дворцом великих магистров, а затем и предзамок или низкий замок с хозяйственными постройками. В замке также находилась одна из самых больших трапезных средневековой Европы. Одновременно здесь могли обедать или ужинать около 400 человек. Поражает новаторское решение системы отопления огромных залов. Над печью, находившейся под залом, размещались полевые камни, которые накалялись до бела, а после в течение довольно долгого времени сохраняли тепло. А через эти отверстия поступал в зал теплый воздух от печи. Архитектурный комплекс замка окружали кирпичные крепостные стены с башнями, приспособленными для стрельбы из огнестрельного оружия. В XIV-XV веках замок, расположенный на берегу реки Нагат, окруженный 4 линиями обороны, с огромными запасами продовольствия и вооружения, внутренним колодцем и многочисленным гарнизоном, был практически неприступен. Чтобы войти в замок, нужно было пересечь 14 ворот, последние из которых были такие. Для гостей замка осуществлялся своеобразный фейс-контроль. Гость, когда входил в замок, должен был нагнуть голову. И если голова это не понравилась стражнику, то выходил уже гость немного короче.
Это самый большой готический замковый комплекс в мире, сделанный из кирпича, площадь которого составляет 21 гектар. Только поверхность крыш занимает 5 гектаров. В средневековье говорили, Мальборг – это самая большая гора кирпича на всей Земле. Где сейчас находится Средний замок, есть вот такой памятник. Одна из фигур одета в ботинки с очень широкими носами. В старину считалось, чем шире носы у обуви, тем богаче ее владелец. Может, отсюда и произошло выражение «жить на широкую ногу». Не надо забывать, что Мальборг – это не только крепость, но и резиденция властителя мощнейшего государства – великого магистра. А по этому мосту проходила невидимая граница между светской жизнью и монастырским миром. Здесь много великолепных светских и религиозных архитектурных сооружений. Восхищает гармония арочных сводов трапезной. А в летней трапезной, где великий магистр принимал своих высокопоставленных гостей, можно увидеть оригинальный свод 14 века, который поддерживает только одна колонна. В этом помещении много солнца. Свет пропускают два ряда окон, один над другим. Мебель времен крестоносцев не сохранилась, поэтому остается любоваться архитектурой и воображать, как на подушках, разложенных на каменных лавочках подоконника, сидели важные гости и ожидали аудиенции великого магистра. А вот через это симпатичное окошко высокопоставленным гостям подавались различные явства. В одном из сводов трапезной можно увидеть каменное ядро. Говорят, находится оно здесь уже не одну сотню лет. После битвы под Грюнвальдом именно здесь собирался военный совет. А польско-литовские войска расположились на противоположном берегу реки и подкупили одного из слуг. Этот слуга во время военного совета взял свою красную шапочку и положил на открытое окно. Это был условный знак, ведь раньше стреляли огромными каменными ядрами. Если бы это ядро попало вот в эту колонну, свод бы рухнул, все военачальники погибли, и неизвестно бы, как сложилась судьба человечества. Ядро пролетело на расстоянии 3 пальцев вот от этой колонны. И в честь этого события это ядро муровали в стены. Недалеко от Гданьска можно увидеть необычный дом, который стоит вверх ногами или вниз головой. Когда Даниэль Чапевский решил построить перевернутый дом, все сразу полетело вверх тормашками. Никак не получался макет дома. Отказывались один за другим от работы строители. Ведь больше 3 часов внутри не мог находиться ни один человек. У всех кружилась голова. В доме нет никакой мистики. Просто это естественная реакция вестибулярного аппарата. Если мы на улицу поднимаемся в гору, видны деревья, строения или хотя бы горизонт. Здесь же дом наклонен во всех плоскостях. И если не смотреть в окно, человек становится заложником этого перевернутого пространства. Внутри этого дома, соответственно, тоже все вверх ногами. Конечно, телевизор смотреть здесь не очень удобно. А еще здесь можно увидеть вот такое чудо. Недалеко от перевернутого дома можно увидеть самую длинную в мире доску. Она занесена в Книгу рекордов Гиннесса. Ну вот и все. Я прощаюсь с вами. Удачи, счастья вам и отличного настроения!